Вот сегодняшнее утро у нас такое. Снегом все покрыто. Все красивые кусты мои, здесь, которые рядышком. Видите? И ветра нет, и тихонечко падает снег с деревьев. Все это, конечно, очень красиво. Но как тоже хочется, чтобы весна пришла как следует. Да. Да, вот так у нас здесь погода в Кливленде. Вот к полудню уже все начало подтаивать. Хотя вот видите, какая граница прямо. Вот там, где солнышко нет, тень от дома. Вот у нас снег здесь есть. А там уже травка виднеется. Но холод ужасный. Холод просто ужасный. Ой, я побежала домой. Холодно на балконе.